Друзья, и снова рад вас приветствовать на нашем канале. И сейчас хочу рассказать про одну интересную жатку. И не простую жатку, а очёсывающую. Так как с очёсывающими жатками все известно и все понятно, и ассоциируется с ними одна очёсывающая жатка, это великобританская, Shelburne называется. Но, оказывается, в России уже с 2000 года экспериментируют и производят жатки на Пензенском машиностроительном заводе. И вот эта жатка – это готовый продукт, который уже продается сотнями штук в России. И сейчас про нее нам расскажет главный конструктор этой жатки. Вот есть известная жатка Shelburne. Чем отличие Shelburne от вашей очесывающей? Принцип отчеса тот же самый? Принцип тот же самый. Жатка также однобарабанная. Но все упирается в том, что все свои конструктивные особенности. То есть у нас барабан большего диаметра, чем у Shelburne. У Shelburne он менее. Дальше гребенка, совсем немножко другой конфигурации идет. А смысл Shelburne, он работает на более влажных зерне. Как родина его Англия, там туманы, более влажное зерно убираем. Поэтому он более заточен под уборку влажного зерна. Поэтому наша жатка адаптирована непосредственно под любые условия, то есть это и влажное зерно, это от 30% влажности мы можем убирать, начать уборку, ну, конечно, с последующей досушкой, и сухое зерно. То есть мы работаем практически там до 8%. То есть это влажности. Зерно вот не осыпается в процессе, когда его хватаешь? Да, то есть у нас барабан сконструирован таким способом, что он подхватывает растительную массу, счесывает это все дело. Под барабаном находится специальная ловушка, которая направляет всю воздушную массу, воздушный поток под обтекатель, тем самым всасывает все это, что свободное где-то вылетело, где-то отлетело не в положенное место. Это все воздушным потоком захватывается, всасывается. Все всасывается и шнеком. Да, то есть все это попадает вот сюда вот, а осыпается, вот шнек уже гонит всю эту массу к центру загрузку наклонной камеры. Воздушный поток поднимается по сеткам, частично разряжаясь в этих сетках. Дальше по направляющим частично спускается, частично вот это вот нагнетание спадает, то есть давление падает, и так непосредственно дальше уже по направителю, дальше опять транспортируется в вертикальные сетки, полностью исходя из жатки. Получается, все это, вот этот круговорот внутри жатки происходит в автономном режиме, и все это выходит под кабину комбайна, тем самым не затрудняет комбайнеру, не запыляет ему осмотр. А вот эти вот ячейки, они не забиваются ворохом? А ячейки частично забиваются ворохом, но из-за того, что вот эта вот конструкция предусмотрена, вот этот плавный загиб, мы это все дело частично очищаем тем же самым ворохом, потоком воздуха, но часть тут, конечно, остается, масса, которая сверху прилипает. Внутренняя часть полностью транспортируется, затирается, все это дело как бы, и выходит воздух из жатки. Тем самым минимализируя тут давление воздушное, которое создается, и нету потери, нет выкидывания в зону грамма. А вот так как соломы здесь нет, вопрос по тому, как расположен шнек относительно нижней части. Невысоко там зерно не скапливается в большом количестве? У нас зазор выставляется, регулируется все предусмотренные, зазор выставляется в районе 5 мм, поэтому... А, то есть еще можно убрать его? Спокойно транспортируется, спокойно передается вся эта масса. То есть он как регулируется, как горизонтальная плоскость, так и вертикальная. Шнек регулируем. Да, дальше шнек у нас не консольный, у нас шнек с травяными лопатками, которые полностью закидывают всю эту массу внутрь. Вот, что интересно, как у обычных стоят пальцы, а так как здесь идет без соломы ворох, это все закидывается такими лопатками. Здорово. Здесь
Здесь, получается, массы накопления никакого нету. Нет, да, то есть у нас предусмотрены противовращающие планки, которые не дают наматываться какой-то стерня, все равно стерня какая-то выдергивается, отрывается. Вот. Но все это предусмотрено, защищено. Дальше продолжение противовращающих углов, которые полностью будут центр забора транспортера. Ну что интересно, даже вот какие-то резиночки все проклеены, не просто тяп-ляп сделаны и стоят гидроупоры на этих сетках, чтобы их удобно было открывать и чистить. Это нехилое такое решение, не просто какой-то защелка, а вот именно классные гидроупоры или газовые упоры они. Так, ну тут вижу, есть подставки на хранение, видимо, ставить, да? Да, это именно транспортные, там, например, скинуть надо ее где-то в поле, что-то там. Все это можно сделать, да, потом. То есть на то, что она сейчас стоит, эти подставки, это именно подставки, которые транспортируются от завода к сельхозпроизводителю. Понятно. Дальше он просто их снимает, использует уже по своему назначению. Это просто транспорт. Да. Дальше он используется именно вот этими подставками. Это передние ноги, это сзади, которые устанавливаются, полностью ставится. Спокойно. Здесь, как у любой жатки, есть лыжи, да? Которые... Да, только лыжа немножко специфическая. Смысл в том, что на обычной жатке классической это лыжа служит для того, чтобы на нее положили, мы на ней едем, она копирует почву. Тут же лыжи служат для предохранения от ударов самого барабана. Поэтому, чтобы не черпануть землю. Чтобы не загребсти где-то землю или там какие-то мелкие камни, которые лежат там невысоко. Эта лыжа служит только чисто как предохранитель. Что интересно, здесь подключается сколько гидровыходов? Два? Два выхода. То есть два выхода. Две магистрали, которые работают под давлением. Это на подъем пускания обтекателя, который скрывает. Только на обтекатель? Да. И все? Да. И нету кучи гидровыходов, как на комбайне. Это подъем, мотовил, опускание, вперед, назад и прочее. Нет, у нас... Причем это все с одной стороны. Берется два гидровыхода и вращение в крутящий момент через кардан. Да, ну и электрик подключается. Это датчик. Ага, электрик на датчик оборота. Да. Частоты вращения. Это редуктор, который позволяет нам вращать очистящий барабан на скорости 580 и 485 оборотов. Зачем это нужно? Это все зависит от влажности убираемой культуры, засоренности культуры. То есть на влажных вращаем чуть медленнее? На влажном, наоборот, мы вращаем более быстро. Да. Поэтому, например, мы вышли рано утром, когда еще есть роса, когда классика еще не может зайти. Мы на ней вышли, включили повышенные обороты, мы на ней работаем. Чуть подсушило, вышло солнышко, мы переключили на более меньшие обороты, работаем. Простота привода, то есть тут ничего такого сложного нету. Мы используем пеноременную передачу на вращение барабана и ременную цепную передачу на вращение шнека. Все, два натяжителя, датчик, выводы под смазку. Все просто, все просто элементарно. Минимум изнашиваемых частей, поэтому основным расходником на данной жатке является только гребень. И вот подошли мы к главному элементу, почему эта жатка именно называется отчесывающая. Это вот эти вот гребенки. Гребенки стоят 10 рядами на этом барабане. Барабан по наружному диаметру 700 мм. Гребенки составные секционные, подкаленные из специальной закаленной стали, которая может отыграть по какому-то камню. Три раза ее можно выпрямить. Эта гребенка износостойкая. Дополнительно мы поставляем в комплекте запасных частей еще 10 штук, которые можно там когда-то в момент заменить. Завод полностью изготавливает их сам, поэтому мы можем своевременно обеспечить запчастями любого агрария. То есть вот гребенка, вот ее секция вот отсюда до сюда. Если нарваться на какой-то камень, допустим, две подряд вырвало, в запасе парочку поменял. Чтобы вырвало гребенку, вот такого не произойдет. Загнуть ее, наверное, тоже. Вот, что возможно, это ее выгнет в обратную сторону, то есть ее сюда выгнет. Спокойно на три раза ее хватит, чтобы выгнуть назад. Она не сломается.
То есть нет этого геморроя с пальцами, сегментами, которые переклепывать, перекручивать. Без пальцев. Все, просто прошел, выпрямил и все, и дальше поехал работать. Да, благодаря вот этому аппарату, то есть благодаря тому, что эта жатка отчесывает, а не срезает, мы спокойно убираем тот же лен, тот же те культуры, которые трудны в уборке, например, классическим методом. Мы тот же лен счесываем ту коробочку, которая поспевает раньше, чем сама стерня. Стерня у нас, например, еще зеленая, коробочка уже практически готова к уборке. Мы спокойно ее отчесываем этой жаткой. Нет тех проблем, как забивание ножевого аппарата, забивание, ломание, ну и своевременная там очистка жилья. Тут спокойно. Почему существуют отчесывающие жатки с двумя барабанами? Жатки с двумя барабанами позиционируются таким образом, что барабан передний позиционирует отчесываемую массу, потому что полностью прям стоящую стерню мы не можем отчесать, потому что будут выкидывать все это наружу. Передний барабан, тоже барабаны жатки, он позиционирует, наклоняет массу вперед, и основной барабан счесывает. То есть передний барабан не отчесывает. У нас эту роль выполняет обтекатель. Он обтекатель позиционирует массу, то есть он наклоняет ее в эту зону, растительная масса попадает уже в наклоненном состоянии, и отчесывающий барабан уже счесывает это все дело. Если так пройти в историю, то наша жатка в свое время была двухбарабанная. Это было до 2003 года. Мы выпускали двухбарабанную жатку совместно с той же Славянкой. У нас два объединения было предприятий, поэтому мы работали вместе. А дальше, после того, как мы сами сделали однобарабанную жатку и испытали их на одном и том же поле, поняли, что смысл продолжения той же двухбарабанной технологии нам не было смысла. То есть по потерям, по всему это было одинаково. Поэтому сейчас мы остановились и продолжаем работать именно по однобарабанной жатке. Эта жатка будет особенно интересна тем, кто работает по нулю, потому что остается после отчеса очень большая стерня, причем стоящая. И не надо распределять каким-то разбрасывателем соломы, полуразбрасыватель дополнительно на комбайн стоит. Просто стерня стоит, задерживает снег, затеняет почву и прочее. Это уникальное решение для тех, кто работает по нулю. Но она подойдет также и всем остальным, кто не собирает солому с полей, потому что... Ну, сейчас все больше и больше таких, которые солому оставляют и просто измельчают. В этом случае мы исключаем вращение измельчителя соломы, который жрет львиную массу лошадиных сил с комбайна. И ставим просто отчесывающую жатку, которая по цене почти сопоставима с обычной жаткой, которая идет с комбайном. Ну, может быть, чуть дороже. Но она убирает почти все культуры, бобовые, зерновые. И что интересно, убирает лен практически в любой влажности, когда обычные жатки жуют его и не могут выйти в поле с утра работать. Эта жатка спокойно убирает лен и оставляет стерню от него, солому, которую другие комбайны зажевывают, наматывают и очень с этим мучаются.